наступит. Ну а сейчас Никита Нагорный. Вольное упражнение. Финал чемпионата России. Ой, какой красавец! Рискованно тройной сальто. Ну, браво! Вот это Нагорный. Ну опять все будут трястись. Опять. Держись, Никита. Вот это, убил всех, вот это руководитель гимнастики. Это просто потрясающе. Я как раз немножко взгрустнула, думаю, ведь я же видела, как он здорово. Ай-яй-яй. Пошло дальше, полтора винта. Скорее всего, два винта, двушка должна была быть, наверное, связка. Сейчас, подождите, он сообразит. Здесь нужно, да, немножко перестроить комбинацию сейчас, потому что один элемент был сделан, и вот дальше комбинации повтор нельзя делать. Да? А в другой линии акробатическую? Нет, все, уже как, нужно какой-то другой срочно придумать. Так, такая история у него была на Олимпийских играх в Токио, когда он на ходу практически в финале командном начал выдумывать другие элементы, потому что да, вот что-то не пошло у него, и он сделал вместо, например, спортсмен, по правилам. Да, но у него потом, например, заявлен, сейчас я расскажу, объясню. Хорошо. Ну что ж, порадовал Нагорный. Это прямо подарок сегодняшний, субботний день. Всем гимнастам, всем зрителям. И даже этот фальстарт в одной акробатической линии, я думаю, у него достаточно будет все-таки, база подберется неплохая. Я так, конечно, было бы еще прибавить там пару, то есть балл какой-то. Это было бы здорово. Но посмотрим. Во всяком случае, он показал рекордное исполнение. Мы с вами не видели давно на российской арене. Приземление какое классное. Практически четкое, идеально. Абсолютно. После такого элемента так приземлиться, это, конечно, просто фантастика. Ну вот. Вот здесь, смотрите, у него идет бланш, двойной сальто, согнувшись, и хорошо. Опять хорошо. И вот как раз вот эта связка, винт и двойное сальто вперед должно было быть. Но он останавливает себя. Он делает, значит, полтора, прокачил, он, да, делает он полтора винта. И вот здесь у него должны были быть как раз-таки полтора винта вместо половинки. Естественно, он когда запорол, быстренько перестроится, походу. Полтора винта, да, поменять на этот элемент. Да. Но он такой мастер такого класса, что он еще успевает в контрольном исполнении чего-то тебе быстренько сочинить. И это же надо собраться сделать, это не каждому под силу. Ну так, уже сейчас мы прошли первую четверку или пятерку даже уже. Пять спортсменов выступили, да. Разминка для второй четверки. Разминка второй четверки. Оценочку на Нагорного с удовольствием посмотрим. Ну, не до этого, тут реально. Да, сейчас самое главное, да. Правильно, надо соображать. Извини, пожалуйста. Игрулю эту. Надо в данный момент ему приручить, ему, как говорится. Да-да. Нет, и правильная реакция Никиты. В этот момент любовь бы послала его далеко. Ну, сложно, конечно. Они вот, здесь после выступления особенно. Не, он-то с досадой, то, что у него целая линия не прошла акробатическая. Да-да, думаю, вот. Он, наверное, тактично сказал, та идея. Сам собой сейчас пытается договориться Никита. Причем, да, действительно, это винт двойное сальто, то, которое он контрольно делает всегда. Или, может быть, на два винта хотел пойти, на максимальную базу, наверное, поэтому вместо двух полтора получилось. Ой, Олишь. Досадно как. И здесь совсем невысоко, да, здесь у него сложность нормальная за 6 баллов, 13-433, и это, конечно, ну, это выбивает его из борьбы. Да. Но выбивает.